Человека погибли в американском штате Аризона, пострадавшим от сильного наводнения. Причиной бедствия стали ливневые дожди, принесенные ураганом Норберт. В столице штата, городе Феникс, такого количества осадков не фиксировали с 1933 года. Затоплены жилые кварталы, а также части автомагистралей. На выручку автомобилистам, чьи машины оказались в водяных ловушках, власти мобилизуют отряды спасателей. Во многих населенных пунктах прервано электроснабжение и нарушена работа коммунальных сетей. Губернатор Аризоны объявил о введении чрезвычайного положения.